Мария Аскольд, на прошлой программе вы пообещали, что если вас спасут зрители, то вы покажете номер «Голова Марии Петровой в пасти Аскольда Запашного». Репетиции уже прошли, вы готовы продемонстрировать этот шедевр? Раз пообещали, значит, сделаем. Обязательно. Ну, в общем, наверное, сегодня решающий день. Если нас спасут зрители, значит, начнем репетировать. Мария, как прошла неделя? Существует ли волнение? Я уверен, что, конечно же, оно есть, но все-таки как ты с ним справляешься? Справляюсь как-то с волнением. А неделя прошла отлично, и мы... Вот мы будем ангелами, если что, мы просто улетим. Желаем вам удачи. Для вас, Мария Аскольд, все закончилось уже сегодня. У вас есть право сказать последнее слово и показать номер, который вы приготовили для сегодняшнего шоу. Я должен в первую очередь поблагодарить всех тех людей, которые все это время находились рядом. Все те люди, которые, конечно же, нас поддерживали. И для меня это было большое счастье. Для меня это было реально большое счастье. В первую очередь, потому что я познакомился вот с этим прекрасным человеком, с которым мы проводили не одну ночь на этом льду, и в хорошем смысле этого слова. И мы действительно тренировались, получали удовольствие от катания, получали удовольствие от тех номеров, которые мы делали. И это действительно дорогого стоит. Ну и, конечно же, всем тем ребятам, всем девчонкам, которые также принимают участие в этом проекте, потому что, ну, не знаю, какой еще шанс должен быть в жизни, чтобы такое большое количество чемпионов, выдающихся людей собирались в одном месте, с которыми можно было поболтать не только на профессиональные темы, но еще и чисто по-человечески. Поэтому я благодарен судьбе, благодарен Илье Вербуху, который пригласил на этот проект. Ну и, конечно же, всем зрителям, которые все это время находились с нами, аплодировали. Спасибо. И действительно, это было настоящее счастье создавать такие интересные номера, делать это со Аскольдом. И спасибо тебе большое, что научил меня быть разной. У нас опять очень насыщенные, хоть она и красивая, но насыщенные элементами программа и достаточно сложными. Что, будем вот это делать? Давай. А на полу не надо? Ну, хочешь, пойдем. Если есть, могу Машуле. Если есть сомнения, что ты спрашиваешь, ты прямо? Это же тебе твоя безопасность. Давай. Да это я что-то психанул. Ап. Не устану я повторять, что мне очень повезло с партнершей, потому что с самой первой программы она мне начала доверять, и это очень сильно облегчило нашу работу. Вот это дает возможность изначально вот быть уверенным в себе и не стесняться, не бояться делать что-то. Я же вот стою просто у тебя как подставка. Вот и все, видишь? Я только вот так сделала. Это потому что ты боишься, а я откидаю спокойно. Ничего отличного, тяжело пока. Нет, если она смело сделает, она очень красиво сделает. Если мы вот останемся, мы этот фуз кидаемся. Ну, потому что он достаточно сложен по своему исполнению. Мало того, что Маша вылетает на очень большую высоту, и самое главное, конечно, ей приземлиться безопасно, но... Нет, самое главное для меня вылететь пока что. Ну, пока приземлиться, что, да. Я уверена, что я безопасно приземлюсь. Чуть-чуть ногами кинуть. Даже не столько руками, сколько просто руки ее должны ровно поставить. О! Обалдеть! Как это такое? Очень хочется, чтобы эта программа получилась. В общем, не знаем, что день грядущий нам готовит, в общем, и чем закончится это, потому что все-таки мы находимся в номинации. Ну и да бог с ним, потому что мы, правда, так сказать, все время разделяем общий энтузиазм с Машей, вот наш общий. По поводу того, что неважно, в общем, сказать, как оценивает наш жюри, самое главное, что мы действительно делаем это вот прям в собственное удовольствие. С удовольствием. Да. Нам очень здорово. Да.
очень красивое и очень содержательное выступление. Кстати, ребята, Аскольд и Мария выбрали как музыкальное сопровождение ту музыку, под которую катали Илья Авербух и Ирина Лобачева в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, став там серебряными призерами. Да, наверное, мы не увидим тигров на льду, но не это главное. Главная обида в том, что мы не увидим спасибо больше этих ребят. Спасибо вам большое! Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше терпение, к нашим оценкам, за то, что вы старались все время сделать что-то новое. Маша, ну прошу тебя, ну не расстраивайся, котик. Легко сказать, не расстраивайся. Татьяна Анатольевна утешает, я не умею, мне очень нравится Мария. И вот обратите внимание. Спасибо большое. Сколько сложных элементов в своей программе ребята употребили. А вот эта стойка на коньке у Аскольда, это же замечательная придумка. Мне очень нравится то, как они творили на льду.